сутки парни выгрузили меня и сразу опять загрузили на Оренбург. Поехал, а я в магазин заехал, фильтр воздушный надо купить. У нас магазин здесь по Америкосам на Троицком контракте. Кто приедет к нам в город, может, запчасти надо будет. Троицкий тракт 62К. Тут парни занимаются запчастями. Сейчас посмотрим, что у них есть. На второй этаж тут заходишь. Вот брызговики на КВ есть, такие ништяки всякие, колпаки. Привет. Но рекламу вам сделаю. Вот брызговики черные. Недавно привезли, да? Да. По пятерке. Ну там чуть-чуть подешевле будет. Это комплект будет. Ага. Еще белые были. Белые что-то сразу забрали. Ну вот придете сюда, скажете от меня, они вам скидку сделают. Да, Костя головой машет, что сделает. Так что заходите. Видите? Фары всякие. Что, фильтр-то есть воздушный? А вот ребята, вот мой фильтр. Сейчас мы поменяем. Осенью менял, а сейчас уже лето. Да, да, да. Что, сейчас фильтр поменяем и попрем дальше. О, черненький. Беленький. Беленький, думаю, лучше будет, чем черненький. Все, 3 секунды. Все, а это сейчас на помойку выкинем. Еду я уже в сторону Оренбурга. Километров 200 проехал. Идем на Магнитогорск, Сибай. Ну и там через башкирские всякие селения. Дорога там, конечно, похуже, но движение поменьше здесь. Никак на М5. Протолкнуться нам. Туда не легковые проедем. Резинки грузовые. Ну все, следите за движением. Так, ну вот мы к магнитке подъезжаем. Там вот вдали магнитка. Наверное, не видно там клубы там. У нас юг Челябинской области. Нет, леса туда дальше, в Башкирии, там Белорецк будет. А мы сейчас вот здесь будем налево уходить. Как бы мы пойдем направо, а потом мост пойдет налево. Вот, на вот туда вот. Агаповка, Кизильская, Оренбург. Речку Урал переезжаем, она вот здесь под Магнитогорском. Сейчас посмотрим, какая она. Она вот
берет начало тут недалеко, где-то в Белорецке. Вот она всего вот такая вот речушечка. Вот. Белорецкий корка где-то берет начало и течет туда дальше, на юг. На Оренбург, если получится, то завтра покупаемся в Оренбурге, в речке. Урал. Прибыл вот в Оренбург на пивзавод. Вон те в правые ворота надо будет задом заталкивать и за угол заворачивать. Вот стою. Короче, походу до вечера, бля, тусоваться здесь оно. К вечеру только загрузят. Пошел. Пошел купаться на речку. И тут такое мимо какая-то общага. Там он маски шоу. Кого-то привезли, окружают, да. Таджиков. Что-то там происходит. Дошел до набережной. А здесь вот готовят для этих, как их называют, не знаю, на доске, которые гоняют, скейтбордисты. Да, скейт-парк. Соревнования будут проходить, или это всегда здесь стоит, не думаю. Сейчас мы туда к речке спущусь. Не пошел туда на центральный пляж, далеко, напрямую здесь прошел. Короче, по этой речке как бы граница Европы, Азии. Там вот даже стелла, ну, стоит только там на той стороне вот моста. Сейчас мы будем купаться на пляжах Европы и Азии. Вот так вот. Если на ту сторону переплывем, то будем в Европе. А здесь в Азии. Добрался до воды. Речка не глубокая. Ну, мужик стоит. Всего-то ему. По пуп. Рыбу даже ловит. Пошел я охлаждаться. Потом расскажу. Че, искупался, вода горячая. Течение сильное. Ноги поднимаешь, и тебя прет. Вперед. Надо держаться постоянно. Че, вылез, вот постоял, и опять хоть и не купайся. Что жарко. Сейчас пойду еще раз. Нырну. А, смотрите, пацаны, блин, наяривают. Оба. 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 О, блин, крутые парни. Эти там наверху сидят, охлаждаются. Оп. Опа. Опа. Ес. Малорики. Оп. Тренировки, тренировки. Тренируются. Самокатах.
самый большой, хуже всех, исполнил. Оп. Оп. Ой. Ну-ка, ну-ка. Нет, что-то слабоваться стали. Оба. Крутяк. Ну, пацаны, малорики. Оп. Оба. Башка там только. Хопа. Оба. Оп. Что, парни, заехал я на территорию, я стоял вон там. И вот оттуда задом вот сюда. Вот так вот толкал. И потом направо ломал так. Пошёл. Направо так. Пошёл. И сюда я его заводил. Фиг. И заехал. Вот такая, такой вот тут заезд. Очень хороший. Все, загрузили. Поехал. Время 7 вечера. Отстоял я весь день. На жаре. Видно, нету. 42 градуса. Стоял на жаре в 42 градуса. Свариться можно. Кондиционер не работает этот. Без него очень-очень тяжело. Ну хотя на месте до его тоже что не будешь и маслать. Солярку, блин, спалишь, блядь. Она сейчас на вес золота, эта солярка, блядь. Не на вес золота, а стоит, нахуй, как золото. Вот речку сейчас будем пересекать, Урал. Которые купались я сегодня. Блядь, сейчас еще бы замырнуть бы надо. Ну, ехать надо. Тут и негде остановиться. Катим по оренбургским сопкам. Какая-то ренука еще макнул какой-то. Прохладненько стало по такой местности, еду красивой, горы такие, ну, еще перевалов нету, перевалы сейчас все впереди будут, пока еще еду по равнине. Какое-то ущелье прямо, горы старые. Травой еще все заросли. Опа. О. Какой-то водоем. Речка. Люди отдыхают, купаются на ней. Было бы.
ладно, уже свечерело, все, жар спал, перегерки.